Чемпионство потеряно, но шанс побороться за серебро еще есть. В своем заключительном матче чемпионата Ульяновска по мини-футболу клуб «Симбирск-Обихов» встречался с командой «Погода в доме». И только победа сохраняла надежду на то, что в итоговой турнирной таблице команда тренера Юрия Назарова переместится с третьей позиции на вторую. Мы выходили на игру, настроены на победу. Хотели взять эти 3 очка. И, возможно, были бы шансы занять 2-е место. Потеря малейшей концентрации, и вот все эти моменты приводили к голу. Правда, начало поединка у горожан не сложилось. Погода навязала им прессинг по всей площадке. Первым дрогнул опытный Евгений Садюхин. Это он проиграл силовую борьбу Павлу Трошину. А голкипер Симбирска Денис Андреев спасти свою команду не смог. Еще через пару минут Трошин оформил дубль мощнейшим ударом с фланга. Не успел Симбирск отойти от дубля Трошина, как Антон Лычкин и Константин Убаскин разыграли убийственную стеночку. 3-0. Желто-синие ушли в отрыв. За счет контратак, пару ударов прошло у игрока. И реализация не подвела нас. Вся игра ваша была, в моменты не забивайте. Себе приводишь, вот и получай. Тайм-аут Назарова сработал. Симбирск навел порядок в обороне и перешел к атакующим действиям. Одна из долгих комбинаций все же привела к голу. В большей степени случайному по ситуации, но закономерному по сменившемуся вектору. 3-1 к перерыву в пользу Погоды, которая победой в этом матче не гарантировала никаких медалей. У нас настрой на каждую игру. Не стоит забывать, что еще впереди у нас кубок. То есть мы готовимся серьезно к кубку. Надеемся пройти как можно дальше, а по возможности и выиграть его. А в чемпионате, для нас каждая игра все равно важна. То есть неважно, с кем играем, с Симбирском или с кем-то еще, играем всегда на победу. Все, сейчас второй тайм, можно опять в свою игру играть. Надо просто по грамоте. Едва началась вторая половина, Погода упрочила лидерство. Иван Шишкин завершил атаку, больше похожую на натиск. Словно это не Симбирску, а Погоде нужна была только победа. В эти же мгновения получил травму основной и единственный голкипер горожан Денис Андреев. Игру он продолжить не смог из-за вывиха плеча. Его место на последнем рубеже занял Станислав Лапшин. И что тут началось? Симбирск полетел вперед, да так, что смял защитные ряды Погоды. Руслан Тутаев отличился после паса Евгения Садюхина со штрафного. А лучший бомбардир команды Андрей Манышев показал, что умеет бить и с лета, когда забивал 3-й гол своей команды, и от бровки, отправив мяч точно под перекладину, вызвав бурю гнева у голкипера Погоды Павла Нефедова. Не хватило нам чуть-чуть холодной головы. Играя в большинстве, при этом счете мы должны были забивать гол, но слишком торопились быстро это сделать, поэтому ошибку вот эту сделали. Оголив свои тылы, Симбирск все же не дожал соперника. Хотя за 5 минут до конца матча команда получила великолепный шанс. У Погоды за 2-ю желтую карточку покинул поле Павел Трошин. Однако желто-синие не только выстояли, но и забили еще 2-ж. Оба раза отличился опытный Сергей Савичев. Между этими голами Павел Нефедов отразил дабл-пенальти от Евгения Садюхина. С этим неудачным ударом опытного форварда умерла и надежда Симбирска на серебряные медали. 6-4. Погода празднует победу, которая в итоге позволила ей финишировать на 4-м месте. Мне вообще этот сезон очень понравился. Знаете, вот многие говорят, а мне понравился он из-за того, что команда сплотилась. И я не видел ни одной игры. Да, понятно, где-то Садюхин хорошо сыграет, где-то плохо. Но я не видел ни одной игры, чтобы люди были равнодушны. Я вот этого не заметил. Для меня это самое главное. Победа Погоды над Симбирском сделала абсолютно бесполезным результат последнего матча чемпионата с участием «Воги». Лишенная практически всех ведущих игроков, серебряная команда уступила «Авангарду» 3-9, для которого этот успех также оказался пирровым. Мобирейт в ранге чемпиона сыграл в свое удовольствие с «Контактором» и победил разгромно 9-3. «Вертер» установил антирекорд Суперлиги всех времен и народов, уступив во всех 18 матчах чемпионата, в том числе и в заключительном «Симкору» 3-4. Окончательный список бомбардиров прогнозируемо возглавил Вячеслав Прибылов из чемпионского «Мобирейта». Бронзовым призером гонки «Голиадоров» стал его партнер по команде Виктор Злыдарев. Благодаря хет-трику в ворота Погоды капитан Симбирска Андрей Манышев финишировал 2-м. Таблица Суперлиги теперь приняла окончательный вид. Потеряв всего 7 очков, чемпионом стал «Мобирейт». На 8 очков отстала «Волга», еще на 3 – «Симбирск». Это и есть тройка призеров. Погода успела попасть в квартет сильнейших, а «Симкор» и «Вертер» на будущий год сыграют в высшей лиге. Их заменят ПСК и «Юниор Вымпел». При этом мини-футбольный сезон еще не закончен. Впереди у команд решающие битвы за Кубок Ульяновска.